Во дворце спорта «Триумф» прошло открытое первенство Центрального федерального округа по самбо. В соревнованиях приняли участие девушки и юноши 11 и 12 лет. Подробности о спортивных состязаниях далее в сюжете. На этот раз большой зал дворца спорта «Триумф» собрал 180 спортсменов из 10 регионов Центрального федерального округа. Это лучшие самбисты, которые показывают достойные результаты на домашних турнирах. Теперь пришло время борьбы на более высоком уровне. Русмина приехала из Астраханской области. Это не первый спортивный поход юной самбистки. Она выступала на различных турнирах и практически везде занимала призовые места. В Твери второе место, в Самаре третье и в Москве второе. Люберцы представляют 7 спортсменов. Выступая в составе сборной Московской области, они отстаивают честь не только городского округа, но и всего региона. Каждый результат, первое, второе, третье и даже пятое место, они вносят определенные очки в общекомандную копилку. Потом очки суммируются и выявляется сильнейшая сборная. Нам важно, чтобы мы сегодня, как Московская область, были лучшим регионом. В следующем сезоне эти спортсмены перейдут в старшую возрастную группу, где их уже будут ожидать чемпионаты всероссийского уровня. Первенство ЦФО своего рода – показательное выступление перед большим выходом на ковер. Самбо – это такой базовый вид спорта, именно базовый. Поэтому после этого вида спорта можно в футбол, в хоккей, куда угодно. Обычно ребята более координированные, поэтому мы как бы проповедуем этот вид спорта. Я считаю, что у самбо есть большие перспективы, тем более вы знаете, что это наш национальный вид спорта. Люберцы – кузница будущих чемпионов. На сегодняшний день в относительно молодой федерации самбо занимается более 500 юных спортсменов. В округе работает 7 отделений для занятий этим видом спорта. В сентябре ожидается открытие еще 3. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.